Народные песни и стихи военных лет. В рамках проекта «Герои Химок» жители города вместе с лидерами движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» вспоминают подвиги советских солдат во время Великой Отечественной войны. На этот раз химчане отдали дань уважения советскому летчику Виктору Талалихину. Наш народ заплатил высокую цену за победу. Сегодня называют разные цифры людских потерь, но вряд ли возможно точно посчитать, сколько жизней было отдано нашими предками за победу, за свободу. Бесспорно, каждый солдат совершал ежедневно подвиг, вступая в бой с фашизмом. Сколько загубленных судеб, сколько нерожденных детей. Один из таких подвигов – это история летчика Виктора Талалихина. Ночью 7 августа 1941 года он получил приказ подняться в небо на перехват фашистских бомбардировщиков. Когда боеприпасы в самолете закончились, Виктор Васильевич принял решение протаранить вражеский самолет. Его героический поступок получил название «Ночной таран». Самолет Талалихина упал в лес вблизи деревни Степыгина, а раненый летчик спустился на парашюте. Напомним, что памятные акции в рамках проекта «Герои Химок» проходят в парках, скверах и даже во дворах многоквартирных домов, чтобы каждый желающий мог в творческой форме познакомиться с великой историей нашей страны.